Здравствуйте, дорогие друзья. Моя новая работа. Aquascape. Вот так оно получилось. Задумывалось одно, как обычно получается несколько иное. Но тем не менее, что-то вышло. Такой получился пейзажик. Это креветочник, уже здесь не планировалось заводить. Только несколько штук креветок бегает. И этого достаточно. Это весь этот пейзаж очень хрупкий. Даже креветки и то тут стараются нарушить гармонию. Таким вот образом оно тут у меня вышло все. Вот такая перспектива. С дальними планами. Не знаю, как кому нравится черный фон, а мне он не нравится. Какой-то такой все мрачный получается из-за черного фона. Надо что-то другое придумывать. Потому что черный фон съедает все освещение, портит весь антураж. Вот это видео с черным фоном. Следующее уже будет другое. Вот это продолжение видео. Фон задний уже не черный. Вот так он стал выглядеть. Это, кажется, стало лучше. И перспектива никуда не делась. Приятнее стало выглядеть.
Вот такой получился пейзаж, уже более интересный. Здесь Anubis Nana, так сказать, живет и процветает. Здесь мхи. Ну, далее пальма, стилизованная Anubisом. Освещение, правда, оставляет желать лучшего. Светодиодная общей мощностью 15 Вт. Три лампочки.